Добрый день, уважаемые подписчики, а также все те, кто смотрит это видео. Сегодня мы с вами на опушке леса. И здесь я обнаружил вот эти вот скромные желтые цветочки. Крест-накрест они немножко так вот, скажем так, располагаются. Ну, такие вот достаточно простые желтые цветочки. Посмотрите, какие лепесточки у этого растения. Такая вот, скажем, звездочка. Вот, посмотрите. Ну что ж, узнаете ли вы это лекарственное растение? Перед вами самый настоящий колган. Используют это лекарственное растение в виде корней. То есть вот здесь вот нам надо бы с вами сейчас сковырнуть и найти корень этого растения. После того, как этот корень промоется, высушится и мелко-мелко разрубится, его используют как средство против поноса. Ну вот, один еще такой знакомый незнакомец встретился нам в лесу из цикла «Зеленая аптека». Ну что ж, спасибо всем тем, кто посмотрел это видео. Всего хорошего. До свидания.